Здравствуйте. В прямом эфире новости 7 канала. В студии Наталья Архипова. И сейчас коротко главные темы дня. Пешком по дну реки. Уровни воды в водохранилищах ниже, чем когда-либо за период их эксплуатации. Соответственно, мы приняли решение об уменьшении сбросных расходов. Енисей обмелел настолько, что красноярцы могут свободно ходить там, где раньше были волны. Куда ушла вода? Разруха на кладбище. Старые деревья. Приходит время, и они сами падают. Ломаются прям пополам. Ветер повалил деревья на Бадалыке, повредил памятники и оградки. Кто будет восстанавливать? Грибы пошли. Маслята по своим срокам начались попозже, а вот белый гриб почему-то вылез пораньше. Первые маслята уже в продаже. Сколько стоит сковородка свежих даров леса? Вот такая свадьба в Малиновке. Все равно решили сделать летом регистрацию, чтобы было на мотоциклах красиво и нам как бы приятно, и гостям. Под рев моторов и звуки рока сыграли свадьбу ачинских байкеров. Там, где раньше была вода, теперь катаются велосипедисты. С правобережной набережной на остров отдыха можно перейти пешком. Енисей в Красноярске обмелел до рекордных значений. Уровень воды в черте города упал на 70 сантиметров. В чем причина природной аномалии, разбирался Виктор Бородин. С правобережной набережной теперь при желании можно уйти и на остров отдыха. Здесь несколько десятков вот таких небольших островков. Конечно, в некоторых местах идти придется по воде. Она, надо сказать, холодная. Но если вдруг у вас появилась цель перейти на остров, то можете попробовать. Обмелевшая река – забава в первую очередь для детей. Когда еще у них будет возможность вот так вот поплескаться в Енисеи? Воды рядом с островками максимум по пояс. По суше даже пони сейчас прогуливаются. Но сбор ракушек и купание строго под присмотром взрослых. Гуляли, буквально на днях не было. А тут раз, и тоже удивились, и внучка говорит, давай, баба, пойдем посмотрим. И такая картина сейчас на всех городских набережных. Например, возле Вантового моста, там, где еще неделю назад был могучий Енисей, теперь ездят велосипедисты. Впрочем, дорога эта не из легких. Земля еще мягкая, да и к тому же вокруг много тины. Нет, там пахнет невкусно, не хочется. Водорослями пахнет. Поэтому да. Ну, ребятишки бегают. Дети пошли, вот видите, пытаемся обратно зазвать, но очень интересно, поэтому не хотят. Отдыхающие сразу вспоминают прошлое лето. Тогда под водой стояли и лавочки, и качели. Но сейчас природа решила переиграть все в другую сторону. И теперь рыбаки остались без улова, а лодочники спокойно могут сесть на мель. Красноярцы говорят, такими темпами уточек можно будет кормить прямо с опор Вантового моста. Тут раз эта вода была, хоть уточки плавали, как-то все равно лучше смотрелось, чем сейчас вот этот песок, обмелевший, все как-то не очень. Специалисты говорят, уровень воды в городской черте упал на 70 сантиметров. Причину аномалии несколько. Жара, дождей почти не было, да и снега зимой выпало мало. Из-за чего и водохранилища Саяно-Шушенское и Красноярское заполнены всего на 40%. Такого не было почти 100 лет. Приток в Саяно-Шушенское водохранилище сейчас наблюдается самый минимальный за весь период наблюдений с 1936 года. И уровни воды в водохранилищах ниже, чем когда-либо за период их эксплуатации. Соответственно, мы приняли решение об уменьшении сбросных расходов. Больше всего переживаний сейчас вызывает речная навигация. Впрочем, специалисты успокаивают, на Богучанской ГЭС сброс наоборот увеличили. И прямо сейчас переживать за доставку грузов на север не стоит. В данный момент нельзя сказать, как она скажется. Пока сейчас период навигации идет в плановом режиме. В этом году на 8% даже идем с опережением. Что касается дальнейших прогнозов по ситуации в целом, сброс на Красноярской ГЭС, возможно, придется уменьшать еще раз. И есть вероятность, что к прежнему уровню Енисей вернется только следующей весной. Но точных прогнозов пока никто не дает. Виктор Бородин, Данил Дубенко, 7 канал. Поймал такси и уехал по этапу. В Ачинске по горячим следам поймали рецидивиста, который пытался отобрать автомобиль у таксиста. Он попросил отвезти его до деревни Ильинка, но по дороге достал нож и потребовал остановиться. Водитель притормозил и попытался сбежать, но неловко дернулся и поранился о нож. Нападавший увидел в кровь, испугался и тоже сбежал. Поймав попутную машину, злоумышленник уехал с места преступления. Но был задержан в Ильинке буквально через несколько минут после побега. Сейчас он находится под стражей.
Развороченные памятники и снесенные оградки. На Бадалыке поваленные деревья повредили десятки могил. Зеленые насаждения поломало ураганом еще в конце июня. Правда, последствия видны до сих пор. Многие люди просто не могут подобраться к захоронениям. Деревья, вырванные с корнем, стали непреодолимой преградой. Денис Козлов расскажет, какие секторы пострадали больше всего и есть ли надежда получить компенсацию. Это вот мы со своей только собрали с кусты, а вот посмотрите, лежит. Удары урагана ломали ветки, гнули и даже с корнем вырывали деревья. Сегодня последствия налета стихии двухнедельной давности для многих посетителей кладбища стали неприятным сюрпризом. Вместо стандартных процедур прийти на годовщину, помыть памятник, убрать траву, приходится бороться с неподъемными кусками древесины. Очень тяжело убираться будет, особенно женскому полу, если мужчин нет. Конечно, самим это не вынести. Старые деревья, приходит время, и они сами падают. Ломаются, прям пополам поломались. По всей территории кладбища идешь прям пополам. Вот. Видите, вот тополь. Сильнее всего досталось местам, где деревья высокие. Там даже пройти к захоронению нереально. Если наша оградка тут вообще как-то еще сильно не пострадала, то вот здесь просто кошмар. Я даже не знаю, кто здесь. Просто все завалено, ужас. Официально только крупных поваленных деревьев больше сотни. Учитывая, что одно накрывает сразу несколько захоронений, сколько разрушенных памятников, надгробных плит не посчитаешь. Оградки так вообще расходный материал. Они первые брали удар на себя. Для понимания, непогода сильнее всего прошлась по так называемой старой части кладбища. С центрального входа двигаться нужно прямо и левее. Центральный вход – это 10-й сектор. Двигайтесь, двигайтесь, и вот примерно сюда. Здесь много старых деревьев, их по большей части-то и повалило. Сейчас сотрудники очищают кладбище по секторам, уже освободили от бревен проезды. Только на это ушло 2 дня. За остальное возьмутся, когда дойдут руки. Растянется все как минимум на пару недель. Те, у кого пострадали могилы родственников, могут рассчитывать на помощь, но подсобят только в уборке. И то в порядке очереди. Нужно сообщить администрации кладбища, смотрителю кладбища, любому из сотрудников, которые там есть, и в плановом порядке его помогут убрать. Ну, а к сожалению, ущерб, который нанесен памятником, людям придется устранять. Это обстоятельства непреодолимой силы, собственность, все, что за оградой, это собственность людей, собственность родственников. Это значит, что людям придется раскошелиться. Учитывая, что стихия не выбирала и крушила могилы как богатых, так и бедных, для многих неожиданные траты могут оказаться неподъемными. Стоимость в среднем от 30 тысяч. Это что именно? Памятник с установкой и выше. Из чего? Гранит, мрамор. А максимум какой, грубо говоря? Максимум любой. Только на оградке разориться придется на 15-20 тысяч. К сожалению, за массовую обрезку деревьев на Бадалыке браться будут вряд ли. Такое бывает, когда все можно списать на обстоятельства непреодолимой силы, синонимом которой является фраза «компенсацию выплачивать никому не нужно». Денис Козлов, Станислав Никифоров, 7 канал. Жизнь без воды. Жители небольшого северного поселка Караул летом ходят к Енисею с ведрами и коромыслами. Нормального водоснабжения в населенном пункте нет уже несколько лет. Денег, чтобы решить проблему, в местном бюджете тоже не хватает. И людям приходится буквально добывать для себя воду, как делали их предки в позапрошлом веке. Виктор Бородин продолжит тему. На дворе 21 века, живем как в 19-м. Так свои будни описывают жители поселка Караул. Ситуация, когда надо брать ведра, коромысла и идти к берегу Енисея, для людей уже стала привычной. Тяжелый груз на плечи взваливают даже хрупкие девушки. А что еще делать, говорят они. Летом в небольшом северном поселке воды нет. Вообще людей не считают за людей. Люди, это как можно было сказать? Берите коромысло и ходите на Енисей с ведрами за водой. И проблема тянется уже не первый год, хотя зимой ее решать получается. Но назвать способ получения воды цивилизованным можно с трудом. Люди сливают жидкость с батарей. У местных властей даже была договоренность на этот счет с управляющей компанией. Вот оно не выеденного яйца, как говорится, стоит. Это проблема. Но один чиновник решил 600 человек оставить без воды. В таком же положении находятся и жители соседнего поселка Носок. Местные чиновники на вопросы людей лишь разводят руками. Говорят, сейчас денег нет, а значит и управляющая компания по своим сетям воду в поселок запускать не будет. Чтобы организовать подвоз, также ресурсов не хватает. На сегодняшний день, к сожалению, в местном бюджете мы средства изыскать не можем. Мы обращались в муниципальный район. Нам было как бы
форме пока отказано. Еще один вопрос – безопасность. Брать воду из систем отопления нельзя по санитарным правилам. Да и набирать ее напрямую из Енисея тоже удовольствие сомнительное. Загрязнение рек на севере – история известная. Поэтому следующий шаг местных жителей – обратиться уже не к районным властям, а к краевым. Виктор Бородин, 7 канал. При поддержке информационного агентства «Раптли». Грибной сезон начался, июльские дни уже дают свой первый урожай дикоросов. Но из-за долгой засушливой погоды люди жалуются, что возвращаются с полупустыми ведрами и много попадаются червивых. Хотя любители тихой охоты признаются рады и этому. Несмотря на небольшой урожай, цены на маслята остаются прошлогодними. За неглубокую чашку просят 150 рублей, за ведерко 400. Все зависит от вида и размера. А вот за белый гриб в два раза дороже – 800 за килограмм. Специалисты напоминают, что грибы лучше не собирать и не покупать вблизи дороги, так как на них пыль и грязь. Для каждого гриба есть свое время. Первый гриб начинается маслята, как правило. То есть, если хорошо дожди в мае прошли, в июне уже вылезают маслята. Нынче у нас май был засушливый, только в июне вот начались дожди. Поэтому маслята по своим срокам начались попозже, а вот белый гриб почему-то вылез пораньше. Синоптики обещают красноярцам в эти выходные дождливую, но теплую погоду. Завтра, в субботу, 9 июля, воздух прогреется до плюс 24. Будет облачно, дождь обещают лишь к вечеру. Такая же погода ждет нас и в воскресенье, но будет немного теплее, плюс 26. Дождь наиболее вероятен во второй половине дня, зато ветер обещают слабый. Следующая рабочая неделя также начнется с пасмурной и относительно теплой погоды. Плюс 25, но осадков уже не обещают. В первой половине недели дневная температура может упасть ниже 20 градусов. На пляже острова Татышев официально разрешили купаться. День семьи, любви и верности планируют сделать нерабочим днем. А вот под Енисейском медведица покормила своего малыша прямо на трассе. Об этом и не только расскажем в рубрике «Хорошие новости». Красноярцам разрешили купаться на пляже острова Татышев. Об этом заявил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Пляж стал первым, пока единственным в городе и крае, который получил официальное одобрение. Роспотребнадзор выдал положительное заключение о соответствии места всем необходимым санитарным нормам, подтвердив его безопасность. В Челябинске прошла операция по спасению енота. Животное застряло в жилом доме многоэтажки и самостоятельно выбраться не смогло. Местные жители сначала думали, что это скребется мышь, но изучив источник шума, выяснили, что это енот. Сейчас с животным все в порядке, его покормили, уже ищут новых хозяев. В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем. Документ уже опубликован в электронной базе парламента. Как говорится в пояснительной записке, этой дате надо придать особое значение, чтобы создать и укрепить в сознании общества исторически сложившиеся ценности семьи. В Красноярске определились с названием нового моста через Качу. Теперь это семейный мост. За такое название проголосовали большинство посетителей паблика мэрии в соцсети. Напомню, мост через Качу открылся в середине июня. Все детали сделаны из красноярского алюминия, который производится на Кразе. Вес конструкции 12 тонн, ширина 4 метра, длина 28 метров. Под Енисейском автомобилист снял видео, как медвежонок сосет молоко у матери прямо на дороге. На кадрах видно, как малыш пытается выпросить у матери молока. Она укладывается на спину, прямо на проезжую часть и начинает кормить малыша. Почему животные не обращали внимания на человека и не проявляли агрессии, остается только догадываться. Обычно медведи пытаются защитить свое потомство, но в этот раз им было попросту не до этого. Вы смотрите новости 7 канала, телефон редакции 2900-333. Звоните и рассказывайте о том, что у вас происходит. А мы продолжаем. На площади перед городскими часами сегодня торжественно подняли флаг Красноярска. Событие приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности. На церемонию пришли многодетные семьи, пара, отметившая в этом году 60-летний юбилей, а также молодожены. Подробности расскажем в сюжете далее. У меня прямо перед регистрацией дома отключили свет, поэтому я очень быстро собиралась и очень быстро бежала вообще в ЗАГС. Счастью молодоженов можно только позавидовать. Свои отношения Софья и Илья решили узаконить в день семьи, любви и верности. Сразу после заключения брака новоиспеченная семья приехала на церемонию перед мэрией. На самом деле мы день выбирали вообще абсолютно случайно. Ну как, я специально жених случайно, да. Я хотела именно эту дату, потому что день семьи, любви и верности. Я достаточно православный человек, я как бы слежу за всеми
этими праздниками. Вот жених просто сказал «да», он был не против, но он глава семьи. Не одеваться некуда было. В честь новобрачных перед мэрией поднимают флаг города. На церемонии присутствовали многодетные семьи, семьи, награжденные медалью «Родительская слава», а также лауреаты ежегодной премии главы города. Присутствующих поздравила заместитель главы города, руководитель департамента социального развития Ирина Фоминых. Семья – это место силы. Семья, где мы черпаем свою энергию, где мы черпаем желание приносить добро. Это та кузница, где формируются традиции. Красноярск – это тоже большая семья. Среди гостей семейная пара, отметившая в этом году 60 лет совместной жизни. Владимир Яковлевич 40 лет проработал на заводе «Септишмаш», а Валентина Дмитриевна всю жизнь в детских дошкольных учреждениях. Секретом успешного брака юбиляры поделились и с нами. Доверять друг другу, жалеть друг друга, ухаживать. Вот теперь вот мне приходится ухаживать. Заболел, надо ухаживать. 60 лет – это все-таки отдельный праздник. Отдельный праздник. Вместе 60 лет. Выводы такие, что живи и радуйся. Для участников церемонии приготовили небольшой творческий подарок. Семейная пара красноярских артистов Иван Сосин и Елена Никутина исполнили проникновенную песню о любви. Боги любви. Но главное событие праздника состоится завтра в Центре мира. В 18.00 в сквере имени Пушкина пройдет праздничный концерт красноярских артистов, в ходе которого семьи, проживающие в браке больше 25 лет, будут награждены медалями за любовь и верность. Дмитрий Пименов, Евгений Назарчук, Илья Синкевич, 7 канал. Сделать все, чтобы дети в поселке Приморск были здоровые и сильные. Накануне там установили площадку для подготовки к ГТО. Для всех желающих доступны турники, брусья и даже вело- и кардиотренажеры. Заниматься на них могут как подростки, так и взрослые люди. А те, кто решится на сдачу нормативов, смогут заниматься по специальным программам. На каждом из тренажеров есть инструкция для занятий и QR-код, отсканировав который, можно получить рекомендации по подготовке и выполнению нормативов ГТО. Появление площадки стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта «Демография». О дальнейшем развитии спорта в Балахтинском районе жители поселка заверил министр спорта края Денис Петровский. Одна из задач именно сейчас – это развитие массового спорта, детского спорта. Безусловно, у нас также остается спорт высших достижений, так сказать, не в ущерб ни тому, ни другому. Проект хорош тем, что площадки ГТО являются, с одной стороны, не сильно финансово затратными, соответственно, есть возможности в большем количестве территорий их построить. И в то же время, как правило, они всегда очень востребованы. Гастрономию, моду и театр Красноярского края выставят на показ в Москве. В столице открыли российскую креативную неделю. Для нашего региона подготовили отдельный тематический павильон. Чем наши артисты, повара и модели покоряют главный город России, расскажем далее. Пока театралы, кондитеры и модельеры готовятся удивлять москвичей, в главном парке столицы обсуждают развитие креативной экономики в промышленных регионах. Представители власти и бизнеса, дизайнеры и многие творческие люди съехались в Москву, чтобы поделиться опытом и сделать жизнь своих земляков приятнее и красивее. В этом году Красноярский край стал стратегическим партнером события. У нашего региона собственный отдельный тематический павильон. На нем особый акцент делают на гастрономии. Это очень актуально для нашего региона. Главное, что есть мозг, а главное, что есть душа, и главное, что есть контент. Я себя почувствовал реально как в городе Красноярске. Вот я прошлый месяц был, и вот ровно такие же эмоции сейчас испытал. С работой стенда Красноярского края ознакомился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор края Александр Ус. В этот же день федеральным экспертам представили креативный кластер Красноярска «Квадрат», в котором помогают бизнесменам сделать прибыльный и стильный бизнес. «Квадрат» существует уже сегодня. Это проект, который создавался бизнесом и для бизнеса. И поэтому эта концепция, которую мы вчера презентовали, она была в проектном режиме, который мы презентовали не только будущим резидентам, не только нашей делегации, которая в полном составе, да, из креативных предпринимателей была с нами на российской креативной неделе, но и также федеральным экспертам. Губернатор края Александр Ус выступил на заседании события и подчеркнул, что прошедшая в Красноярске универсиада стала серьезным импульсом для развития креативных индустрий. Это послужило вот таким драйвером,
для того, чтобы у нас появились и ландшафтные дизайнеры, производители абсолютно нестандартной уличной мебели, ее нельзя назвать скамейками, это действительно уличная мебель. Для того, чтобы вот та же самая компания «Артстиль», которую никто не знал, но она сделала лицо Универсиады, в итоге в Европе получила первый приз за проект «Лицо Универсиады». В краевой столице есть вся необходимая инфраструктура для творческих людей и креативных предпринимателей, заверил губернатор. К примеру, культурное пространство «Каменка», креативный кластер «Квадрат» в скором времени появится новый Поздеев-центр. К тому же в крае создана организация для поддержки креативных предпринимателей, чтобы объединить усилия власти и различных частных компаний – Сибирский институт развития креативных индустрий. Напомню, форум «Российская креативная неделя» проходит с 7 по 10 июля в Москве в парке Горького. Спикерами станут больше 1000 экспертов. Евгений Черных, 7 канал. Как раз таки, а мы за культуру. Вы смотрите новости 7 канала. Телефон редакции 2-900-333. Звоните и рассказывайте о том, что у вас происходит. Ну, а мы продолжаем. Через час в Шушинском будет по-настоящему весело. Там начнется праздничное открытие фестиваля музыки и ремесел «Мир Сибири». Его проводят после двухлетнего перерыва, и паузу пришлось сделать из-за пандемии коронавируса. Но сейчас уже ничего не мешает повеселиться по полной. На месте сейчас находится моя коллега Марина Максименко. Марина, как погода, как настроение? Здравствуй, Наташа. Атмосфера отлично, настроение тоже. Здесь очень много народу, и кажется, вообще я здесь встретила половину Красноярска, что неудивительно, потому что мы все-таки это мероприятие, которое ждали очень долго, фестиваль очень любим, и погода. Самое главное, погода не подкачала, пока в Красноярске льют дожди. Здесь очень жарко, очень солнечно, и единственное, кислое лицо, которое здесь встречают, это как раз люди, которые изнывают от жары, и более того, такая погода будет еще и в субботу, и в воскресенье. Понятно, что это будет способствовать тому, чтобы посетить все площадки. А программа очень насыщенная. В этом году она даже не уместилась в обычные традиционные три дня. Начался фестиваль в четверг. Он продолжится сегодня, завтра, в воскресенье. И с самого утра очень плотно все... Очень плотно насыщено. Это различные мастер-классы, это интерактивные сказки для детей. Для них здесь, кстати, очень много площадок. Там и роспись по прянику, битва подушками. Ну и для взрослых, естественно, много локаций. Мастер-классы, лекции, различные выступления. Для тех, кто любит спорт, утром проводят уроки йоги. Ну и сейчас основная масса народа... сегодня еще открылся город мастеров. Все, кто посещает, и как раз взрослые очень много там выстраиваются в очередь, попробовать свои силы в гончарном мастерстве, кто-то пытается из лозы свивать корзины, кто-то продает, покупает необычные шапки, ювелирные изделия, я вот колечко себе купила. Но, конечно, главное, начнется открытие в фестивале в ближайшее время, сейчас люди сосредоточены в основном на фудкортах и вот этих площадках в городе мастеров, а сегодня вечером нас ждет шоу «Барабанщик». Сегодня вечером нас ждет выступление тувинской группы и также киноэтнофестиваль. Ну, для тех, кто прям хочет сильно допоздна задержаться. Поэтому для всех сегодня пятница, я рекомендую. Главное происходит сейчас в Шушинском. Заканчивайте работу, берите машину, хватайте палатки, приезжайте сюда. Здесь очень здорово, весело, это будут отличные выходные. На этом у меня все, Наташа. Спасибо, Марина. Хороших тебе выходных в Шушинском. А я напомню, что с нами на связи была моя коллега Марина Максименко. Она сейчас находится в селе Шушинское, где через час начнется праздничное открытие фестиваля «Мир Сибири». Ну, а мы продолжаем выпуск. Самая необычная свадьба в Малиновке. Кортеж из байков, кожаные косухи вместо смокингов, рев мотора и громкий рок. Это не музыкальный концерт «Металлики», а бракосочетание байкеров. Как женятся те, для кого драйв, экстрим и жизнь в мотостиле – ежедневные атрибуты существования, расскажет Евгений Черных.
Вместо смокингов – кожаные куртки, вместо туфлей – тяжелые черные сапоги, вместо классических свадебных мелодий – рок и рев моторов. Свадьба участников байкерского клуба – зрелище точно не для консервативных людей. Антон по кличке Хопкинс и его старушка, так своих женщин называют байкеры Анастасия, решили скрепить свою любовь браком. Все одеты в черно-желтую одежду. Это правило клуба, которым следует даже мама невесты. Не знаю, что-то так наклынуло на меня. Я очень счастлива за них. Спустя столько времени за их знакомство они решились на этот шаг. Они заслужили этого счастья. Они достойны этого счастья. Праздновать свадьбу на мотоциклах, а не в черных лимузинах, тоже часть правил и традиции. Присутствуют все члены банды. Даже эти огромные, серьезные мужики иногда не могут сдержать слезинку. Первый супружеский поцелуй, романтический танец и клятва в любви и верности. Все свадебные ритуалы эти молодожены совершают под свист и крики байкеров. За мной! У нас в клубе же так получается, все равно решили сделать летом регистрацию, чтобы было на мотоциклах красиво и нам как бы приятно, и гостям. Антон и Настя знают друг друга уже много лет. Жених признается, он влюбился первым и долго добивался свою суженую. Знали мы друг друга давно, но так повернулась судьба, что именно в тот момент Антон подошел ко мне, у меня страшно болела голова, он мне дал таблетку, а говорят, таблетки от любви не бывает, а она бывает. Вот такая вся история. Руль у Антона, говорит невеста. Если переводить с байкерского на наш, он главный в семье. В будущем планируют купить еще один байк, чтобы бок о бок колесить по просторам России. Подружки невесты, которые уже женились подобным образом, говорят, семейная жизнь начинается по-другому. Мы женились, да, только у нас было не клуб цвета желтый, а черно-красный. Была вот свадьба, тоже были мотоциклы. Но сейчас мысли о планах на будущее молодоженам придется ненадолго отложить. Впереди свадебное путешествие на двухколесном монстре. Куда глаза глядят. У нас сегодня Антошка главный в колонии, поэтому куда он поедет, туда и мы за ним. В клубе байкеров это уже четвертая свадьба. Говорят, счастье любит тишину. В семье байкеров поговорка звучит иначе. Счастье любит рок, байки и свист ветра, когда мчишь по свободной трассе вместе с любимой. Евгений Черных, 7 канал, при содействии телеканала ОСА «Ачинск». И теперь информация о погоде. В субботу, 9 июля, в Красноярске облачно, кратковременные дожди, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ночью 13 градусов, днем до плюс 24. И к этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши Viber и WhatsApp. Номер 8-391-2-900-333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работала Наталья Архипова. Всего вам доброго!